Команда юных футболистов «Барсалан» стала победителем ежегодного турнира «Кубок Спартака» в Анапе. В соревнованиях участвовало 12 команд из разных городов Российской Федерации. Югостинские футболисты провели 6 матчей. Каждая встреча проходила в упорной борьбе. Спортсмены показали все свое умение и силу духа. Одержав 5 побед подряд, еще одна игра разрешилась в ничью. Одержав блистательную победу на турнире «Кубок Спартака», команда была приглашена на другие соревнования, уже в Адлер, на летний фестиваль «Кубок планеты чемпионов». Здесь «Барсалан» соревновался с 8 командами. Серебряные призеры турнира команд 2010 года рождения – команда «Барсалан», город Сервал. Футболисты впервые принимали участие в турнире такого масштаба, поэтому, как отметил тренер, им не хватило опыта. Мы провели 7 матчей, из которых выиграли 5. Проиграли в одной игре, еще с одной командой сыграли в ничью. Мы смогли принять участие в турнирах благодаря финансовой поддержке президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и депутата 7-го созыва парламента Асамаза Бибилова. Сами футболисты приехали с яркими впечатлениями от поездки и участия в турнирах. В первом турнире мы заняли 1-е место. Наши соперники были слабее нас, но сильные соперники нам попались в Адлере, и мы там проиграли. По словам тренера, у юных футболистов хороший потенциал, и они продолжат упорно тренироваться. И по мере возможности будут выезжать для участия в турнирах в Российскую Федерацию. Роза Тедеева, Зарима Арсоева, информационный выпуск сегодня.